Привет, ребята! Вот такой вот коробок сегодня пришел, попал ко мне на стол. Это долгожданная посылочка, если я ничего не путаю. Это должна быть она. Давайте откроем и посмотрим, то ли это, что я думаю. Так. Сим-сим, откройся! Да, ребята, это оно! Если кто-то не видел, я заказывал выключатель, вот, чтобы выключать свет с телефона. То есть можно с любого телефона управлять, либо с айфона, либо с андроида. Вот, но как позже выяснилось, без вот этой карабулины этот выключатель не работает. То есть это сенсорный выключатель, я вам ссылку оставлю. А вот эта штука, которая управляет всеми этими устройствами, то есть к ней можно настроить все пульты, которые есть у вас дома. Вот, она их все будет помнить. Вы можете пользоваться вашими устройствами совершенно без пультов. То есть это вот такая китайская версия умного дома, скажем так. Значит, к ней можно подключить датчик загрязненности воздуха, датчик шума и настроить различные алгоритмы на этом устройстве. То есть, к примеру, вы включаете кондиционер дома, да, с этого же опять устройства, и у вас автоматически добавляется звук на телевизоре. Либо там будильники там всякие программировать, чтобы он включал там телевизор в определенное время. Вот, значит, вот такая вот умная штукенция. Значит, обзор на нее вы увидите в отдельном видео. В этом видео будет только распаковка. Вот я вам покажу, вот как она выглядит, эта штучка. Значит, здесь вот индикация Wi-Fi, еще какая-то индикация непонятная. Это значит Broadlink RM Pro. Pro версия отличается тем, что она может управлять еще и выключателями. То есть есть Broadlink RM просто без Pro. Он может управлять только пультами. Вот, а версия Pro, в ней есть вот этот вот радиомодуль, который может управлять как раз таки выключателями. Так, куда тут кабель? А, вот, вот значит здесь micro USB, подключается питание. Вот так вот, это все значит через переходник. Кстати, китайцы молодцы, обычно переходник не кладут в комплект. В этом случае положили переходник, вот через переходник все это дело подключается. У меня тут розетка под рукой. Давайте включим. Вот, включил. Замигала лампочка. Очевидно, это устройство грузится. Все, значит, работает через Wi-Fi. Нужно подконнектить эту штуку. Я еще не разбирался. Сейчас я разберусь и запилю вам отдельный видос, ребята, на эту штуку. А пока пальцы вверх. Подписывайтесь на канал.